Наконец-таки я добралась до посева кобеи. Значит, у меня два контейнера, наполнены грунтом. В один цвет посеем, в другой цвет. Контейнер у меня не особо глубокий, других у меня нет. Вообще лучше вот такой прям повыше брать контейнер. Можно сеять сразу по отдельным стаканчикам, потому что кобея, ну, не особо она любит пикировку, но я ее всегда пикирую, и все нормально. У меня растет потом и развивается. Поэтому я буду сеять в общий контейнер и затем уже пикировать свои всходы. Контейнеры с грунтом увлажняем. Дальше в контейнере мы делаем отверстие глубиной примерно 2 сантиметра. Семена кобеи очень туго всхожие, они будут всходить долго, поэтому их рекомендуется предварительно проращивать. Я не проращиваю, не замачиваю, я сею сразу сухими семенами в грунт. Кто как любит, кто хочет, заранее прорастите. Кто не хочет, можно посеять, и они тоже должны, по крайней мере, взойти. У меня все всходило раньше. Всходит она долго. Она может сходить 10 дней, может сходить 2 недели. Поэтому тут уже, скорее всего, это все зависит от свежести семян. Раскладываю семена в луночки. Семечко вот такое продолговатое, плоское. Я его кладу лежа. Вот так, горизонтально. Вот так. Зарываем наши семена в землю. Накрываем наши контейнеры крышкой или пакетиком, чтобы создать парниковый эффект. И убираем в теплое место до прорастания семян. Каждый день не забываем, обязательно открываем крышку и даем земле подышать. Проветриваем.